Все началось, как всегда, просто я гонялся за Луной Кэт, чтобы поймать ее, чтобы она не бегала больше, чтобы скосить ее газонокосилкой. Тут приехал какой-то сраный автобус, он схватил нас в плен, но он уехал, блин, зачем он нас переехал вообще, короче, потом мы там устроили битву на этих газонокосилках, чтобы и убить газонокосилку газонокосилкой. Она схватила меня, мы куда-то поехали в какую-то срань, наверное, Мухосранск, посрать. Короче, мы тут сотрю, она тут, к ее ноге привязался скейт, я такой, да что такое, за суперклеем же, нельзя, баловаться. А она тут вообще пипец, финты какие-то крутит. Короче, не знаю, что происходит. Бац, я тут схватил ее, наконец-то говорю, ну нет, она все-таки бежала. Вот, блин, таракан недоросший. Что с этим не поделаешь? Она до сих пор со своим скейтом на ноге. Ой, блин, я ее схватил, но она что-то не хватается. Она, походу, стала призраком, невидимкой, НЛО и всякие вот эти вот странные вещи. Короче, вот запомните вот этого человека, он станет главным в нашей роли. Короче, вот смотрите, тут какие-то мелкие чуваки гоняются, вот лошадь кто-то оставил, сейчас я за каким-то фигом я взял девочку и полез, поплыл, пополз. Ну вот, блин, мы взлетаем, походу, горохи были просроченными, и походу их не надо было есть. О, черт, Луна Кэт, что ты тут стоишь? Сейчас, она меня схватила на свою газонную косилку, мы летаем, походу, горох 5-месячной давности все-таки был лишним. Ой, е-мое, это уже, походу, не горох, это уже Скитлз виноват. Зачем я съел 2 пачки Скитлза? И меня же говорили, нельзя есть так много кислого, а то во-во-во, меня сейчас передавит это, вот это вот говно. О, нет. О, черт, походу меня съедает Фонг. Ладно, это шутки, всего лишь, что я устроился автобусником и увидел опять этих человеков, людей, которые все время ко мне лезут везде. Я, короче, решил их посадить раз, два раза. Попросил у них денег, они не садятся. Посадил их раз, два, три, и, короче, ничего не получилось. А потом приехала скорая и сказала, что... Шизофрения. Но я не отчаялся и поехал дальше в свой путь. Но вот черт, я увидел магазин, и опять это скорая, у которой шизофрения. Тут, короче, вот этого человека посадили за место двигателя. Я, конечно, понимаю, 100 лошадиных сил или человеческих сил. Короче, мы сейчас будем ехать. А, походу, не будем ехать. Ля. Какой у нас крутой водитель. А, уй, я, короче, тут полетел, потом туда полетел, сюда полетел. Короче, без разницы. Камера у меня зависла, хотя я там уже, наверное, в каком-то другом конце вселенной. Я сейчас включу камеру. Камера, вот, все. Ёшкин кот, это проверка на космические космонавтики, у которых нету астронавтики. Я улетел. Дальше и дальше ее. А тут я встретил полицейскую машину, полетел, короче. А на самом деле это преступники. У меня угнали полицейскую машину, пришлось самому спавнить. Потому что, ну а как это не дело. И, короче, мне нужно догнать вот этих вот преступников, потому что они все время от меня удирают. Я вот начал догонять, начинаемся ультраразгон, Фонг и... Остается сейчас сесть в машину, и сейчас начнется ультрамесса лютее, вот мову усиляется мозги. Two hours later. Так, чего-то тут не хватает, можешь включить радио. Вот это как по мне подходит. Мы, очень, короче, шикарно. Опа, это же Мальдивы. Опа, а вот на и речку, наши человеки-пациенты. А, да, кстати, вот этот человек, это Рон, это друг. Короче, мы его вообще не узнали. И, короче, пипец, все это время это был наш друг. Мы его признавали как не за друга. Тут я летаю, какого-то хрена плавает Луна Кэт. А, она у меня угоняет полицейскую машину. Вот черт, верни мне машину, что от происходит? Она, черт возьми, магия вне Хогвартса, блин, она летает. Ёшкин кот, что тут происходит? Та утопила мою машину. Отдайте мне мою машину. Зачем я положил его в тележку? Это не тележка, это газонокосилка, короче, пипец. И аутро.
Так это не аутро, ну тут должен быть флекс.